Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире телеканал Алматы, программа «Вечерний гость». Программа об интересных людях, интересных темах, интересных рассуждениях и дискуссиях. В ближайшие 20 минут, надеюсь, вас ждет интересная беседа. Герой нашей сегодняшней программы родился 4 октября 1951 года в городе Кокчетав, в Казахской ССР. А затем семья волею судьбы переехала в город Алма-Аты, где наш гость и окончил среднюю школу номер 90. Затем опять был переезд в город Павлодар, где в период с 1968 по 1969 год активно занимался спортом. Более того, стал даже чемпионом среди юниоров Республики Казахстан по боксу. В 1974 году окончил Казахский политехнический институт имени Ленина. Затем в течение года, в период 1974 по 1975 год, работал инженером-исследователем в лаборатории Института металлургии и обогащения Казахской ССР под руководством Кунаева. А затем параллельно с наукой наш сегодняшний герой занимался литературным творчеством, считая всю жизнь своим основным творческим наставником Олжаса Сулейменова. После окончания в 1977 году были и высшие курсы сценаристов и кинорежиссеров в городе Москва. Активно работает в кино, начинает себя посвящать абсолютному творчеству. В 1981 году поступает на высшие литературные курсы Лен-института имени Горького. Одним словом, всю свою жизнь в итоге наш герой сегодня решил связать именно с творчеством. И это ему удалось. Вы в этом убедитесь сами. Герой нашей сегодняшней программы – это казахский поэт, писатель, переводчик, сценарист, режиссер Бахыджан Конопьянов. Так что давайте его с удовольствием встречать. Бахыджан Мусаханович, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Присаживайтесь. Добрый вечер. Бахыджан Мусаханович, я вас рад приветствовать в нашей программе. Как и всех наших героев в этот период, я вас поздравляю с этими замечательными праздниками, весенними праздниками Наурыз. Вы знаете, вот с чего хотел бы я начать. Да? В представлении вас я сказал о том, что казахский поэт, писатель, переводчик, сценарист, кинорежиссер. Не слишком ли много для одного человека? Да, ну, это так получилось, потому что как обрастаешь биографией, а так, конечно, в первую голову поэт, и с этого началась моя биография. Угу. Хотя по первому образованию был инженер-металлург, потом литературный институт и все такое прочее. Вот интересный момент, да, это, я думаю, что будет очень важно с практической точки зрения для нашей молодежи все-таки узнать вот этот некий переходный момент. Получали образование абсолютно техническое, всю жизнь, в принципе, особенно в молодости, интересовались еще и спортом. Одно время даже были чемпионом. А потом все-таки нашли себя в литературе. Литература, вот, на мой так, отчасти субъективный взгляд, все-таки это где-то имеет прикладной характер к человеку. Ну, это призвание, конечно. А потом, ну, сразу есть, конечно, такие уникумы, которые в школьные годы писали и хорошо писали. Но все равно есть такой оставшийся от соцреализма у нас такой принцип, что надо познать жизнь. Ну, жизнь познавал, что-то отложилось в стихах, что-то в сценариях, что-то в прозе. А судить не мне, судить читателю, которым я дорожу. Мой читатель, я больше чем уверен, есть и в сельской местности, и в городе, и за рубежом, и в пространстве СНГ. Угу. Тем не менее, аксиомой является тот факт, что человек, конечно же, огромное влияние на творца оказывает тот культурный фон, который его окружает, то общество, в котором он формируется, растет, развивается. Мы сейчас, если будем говорить о нашем замечательном городе, городе Алматы, который, опять-таки, понятно, что вот в эти дни, в этом году, тем более, отмечает свое тысячелетие. На вас лично непосредственно этот город оказал большое влияние в формировании вас как личности, как творческой единицы? Ну, конечно. Здесь и пользуясь случаем, преклоняясь перед городом, который у подножия гор, уловил момент и назвал это Алмату столицей поэзии. И чтобы это озвучить более на таком уровне, таком межгосударственном, что ли, межобщественном, мы провели здесь с моими друзьями вечер поэзии, это было в феврале 96 года, как раз когда был указ президента о переносе столицы, вот, ну, в те годы. Приехали мои старшие товарищи, известные поэты Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина, Александр Ткаченко, Борис Мессерер,
И здесь несколько дней были перестуденчества, выступления были и в концертном зале, и были это в такой в заснеженный февраль, но все равно было полно роз, тюльпанов, которые дарили конечно, королеве поэзии Беллы Ахатовне, Андрею. Продолжая говорить о некой, как мы часто говорим, душе. Каждый город, каждая область имеет некую свою душу, да, которую, конечно, важно прочувствовать. Вот в чем уникальность непосредственно нашего города? Ну, одно из первых таких юношеских, их-то уже и не стало, может, последний трамвай ушел, кстати, такое поэтическое. Ну, вот поворот трамваев Шевченко на Карла Маркса, это всегда чуть-чуть наклонившись, это, конечно, это такой вот, ну, чисто трамвай же образ тоже международный. Одна из визиток, да? Да, одна из визиток. Это первое. А потом душа же Алматы, она где-то расположена, это не только, на мой взгляд, где-то в районе Медео. Ну, и экологически, и так это все. Без Медео Алмата не та Алмата. Медео без Алматы, но не то Медео. Сложно представить. Да, сложно представить. Конечно, Чембулак. Ну, а потом люди, конечно, конечно. Вот. И только в Алмате люди могли говорить вниз или вверх. То есть, ну, то есть такого не было. Вот, да. Идите прямо, направо. То, да. Ну, обычно говорили. Это все откладывалось в судьбе города. Потому что Алмата, может быть, для более старшего поколения, которые приехали, когда образовался Союз, ну, есть здесь и коренные алматинцы, которые родились. Вот, к слову, надо сказать, и в мае мы будем праздновать почетного гражданина нашей столицы, всемирно известного поэта Олжаса Сулейменова. Он родился в Алмате 80 лет. А так, я по себе помню, вот были так это, люди, которые вот пришли в литературу, в кино, это люди после 20-го съезда, разумеется, и Олжас, и прозаик Аким Тарази, и в кино это, конечно, Азербайджан Мамбетов, актер Асанали Ашимов, Камал Смаилов. Все эти люди, я имел честь их встречать в доме у своего дяди Шоты Валиханова. Все они были молодые, такие, полные энергии. А я был студент или даже десятиклассник тогда. И для меня это общение много дало. Затрагивая тему нашей сегодняшней молодежи, на ваш взгляд, опять-таки, проводя некую параллель сравнения, вообще как сегодня вы ее оцениваете, формирование этой молодежи, ее критическое мышление, как мы часто говорим? Ну, брюзжания нет насчет молодежи, сразу скажу. Поражает она. Конечно, молодежь несет и черты манкуртизма, я бы сказал, несмотря что надев iPad там, и нанотехнологии и все такое прочее. Ну, то есть, жаль, конечно, что сейчас аромат чтения как такового, на котором мы были воспитаны, листая страницы, сейчас электронные страницы, сейчас аудиокниги, электронные книги. Это тоже хорошо. Ну, поколение старше мое где-то так пытается этим увлекаться, и есть свои плоды. Фейсбук, конечно, вот, ну, я имею в виду соцсети. Это все, но все равно есть такое, ну, чувственное восприятие мира, которое было через, ну, мускулатуру чтения, через мозг, через такой аромат чтения. Через который, осознание его. А сейчас что можно? Как это? Сейчас же вот, я даже шутя это все называю, как эпоха таких петроглифов 21 века. Ну, любой ничего не знающий человек, который не, ну, так, вне культуры, вне такого, даже нанотехнологии, он заходит в аэропорт, и у него там петроуказатели, вот, буфет, туалет, он может ориентироваться. Угу. Но это чисто такое, это чисто такое, зомбирование, это чисто такого. Вы знаете, это часто еще называют неким кликовым мышлением, когда особенно надо себя, свой мозг перетруждать не надо. Чтением всего этого и рассуждением между строк. Да. Когда ты можешь на самом деле зайти в интернет и любую необходимую для тебя узкую информацию вытащить, но и потом точно так же ее забыть. Правильно, Илья, но это все равно это будет не твое восприятие, это уже подданное. Как это менять? Вообще это под силу сегодня в 21 веке изменить, когда вообще, в принципе, весь мир сегодня уже стал таким? Ну, земля же не изменилась как таковая, ландшафт остался, ландшафт поэзии. Вот, то есть, если быть ближе, опять же, через... Все-таки я верю, что когда-нибудь будет единая религия, она будет нести в себе экологические принципы. И вот, то есть возврат к земле, он много даст. И вот и восприятие будет другое. Ну, то есть... И
сам Homo sapiens, он как был 2000 лет назад, так и остался. Вот, ну, то есть какие-то такие вот, может быть, новофольклорные такие изменения стали. Да, а так это все. Ну, а до нас же творили, и кому это все? Поэтому это все, что мы называем культурное наследие, то есть наследие культуры, оно не должно исчезнуть. Как нам сегодня вот этот процесс воспитания правильным образом выстроить, чтобы к нации рассуждающей, нации мыслящей, нации читающей нам снова вернуться? Ну, это не только проблема, допустим, нашего мегаполиса или нашей страны. Это международная проблема. Это же, да. А так советы легче всего давать. И лучше, ну, единственное, что я могу уже так, ну, своего возраста где-то так, если можно так сказать, что все равно восприятие вот такого вот чтения, оно должно быть. Ну, не так вот, не как там, допустим, как картофель при Петре, там, а вот именно вот, ну, ненавязчиво или что-то. Сейчас же много же действительно аудиокниги. А вот что такое аудиокниги? Это можно чем угодно, на даче работать и слушать, там, или велосипед крутить и слушать. Ну, все равно есть какой-то момент. И сейчас многомиллиардный оборот аудиокниги. Ну, количество читателей от этого не изменилось. Mm-hmm. Это, может быть, есть какое-то время прилива, время отлива, вот такой транзитный период бытия, он как-то все равно как-то продиктует то восприятие мира, через которое мы проходим. А вот говоря в целом, допустим, о системности, да, говоря о системе образования в нашей стране, опять-таки попытаясь сравнивать ее с советским периодом, роль книги изменилась? Изменилась. Но здесь образование, опять же, мы же сравним, что там за океаном, что у нас. Все-таки у нас было более универсальное образование, в отличие. Например, даже в области филологии, вот в Америке, вот, где мне пришлось не раз бывать, специалист, допустим, по Достоевскому, но абсолютно не знает специфику Чехова. Ну, то есть узкая профильность. Узкая профильность, да. Но там они могут сделать большие открытия, какие-то там научные изыскания, все такое. Но это в своей узкой специальности. Ну, наш инженер знал и Шекспира, и Абая знал. Из советских времен. Сегодня казахстанская поэзия, вообще, насколько она ярко выражена? Что вообще вы, какие у вас ощущения, когда вот вы читаете наших современных сегодня авторов, поэтов? И вот почему-то вот, если мы говорим про казахстанских современных молодых поэтов, никакая звезда в памяти не всплывает. Ну, во-первых, мы восстановили справедливость, имеется в виду, мы поколение вот наше. Ну, то есть вернули из небытия репрессированных поэтов. Ну, это, разумеется, Мағжан, Шакарим, Міржақып и многих, которых. И не только в поэзии, но и в прозе. А молодые поэты есть, вот в казахской поэзии особенно. Вот это, сейчас я, чтобы кого-то обидеть, кого-то не обидеть, я не хочу их называть, но есть. Потому что мы в прошлом году «Алтын табылға» конкурс проводили, кому до 30 лет. Есть и поэты, есть и прозаики. А в русскоязычной поэзии тоже есть. Но есть одна беда, вот это опять же мой субъективный взгляд, все-таки многие из них, они и называют свои стихи так текстами, но это нельзя так делать, на мой взгляд, просто текст. И являются авторами, ну, от силы одной строфы или одной поэтической строки, но не в целом стихотворение. Это кто человек пишущий, он поймет, о чем я говорю. Может, поэтому здесь конечно, есть свои упущение, может быть, или что. А потом не надо их так вести за руку, потому что молодость, она постарела по возрасту. Сейчас в 50 лет считается молодой поэт. Ну, а в то время, которое я застал, там уже 25 лет, уже такой чуть ли не... Вы знаете, когда вы говорите сейчас о восприятии вот это, там, не знаю, других формулировок, да, да. Там, не знаю, поэзия, это тексты и так далее, наверное, речь идет о том, что и сама школа как-то победнела, да? Ведь вы не будете, наверное, отрицать, что та же самая поэтическая школа, школа поэтического мастерства Советского Союза была одной из самых сильных.
то, что мы сейчас получаем, то, что сегодня вот в нашей молодежи воспитывают это поэтическое мастерство, какова вообще квалификация этих специалистов, этих преподавателей? Ну, здесь преподаватели, есть поэтические семинары, работает литературный институт в Москве, есть и поэтические сообщества, которые вот одно из самых известных, это Ольги Марк, которая была здесь потом. Сейчас трудно мне так вспомнить их. Но все равно сейчас большую массу. Есть интернет, который вот может выдать любой текст, но там всегда надо где-то отделять шелуху от... Да. Да. То есть здесь все зависит все равно от человека. То есть здесь... Кто хочет, тот найдет. Да. Самосовершенствование, оно должно быть, об этом и Иосиф Бродский говорил. Он же вообще даже школу-то не закончил, если так по большому счету. Угу. Ну. Кушал Мусханович, мы с вами до эфира говорили о том, что, да, там, не знаю, 70-е, 80-е годы для вас были золотыми годами, наиболее, да, такими продуктивными, интересными, когда творилось и душа летела. А вообще, если все-таки жизнь проанализировать по этапам, какие годы вот вам в первую очередь всплывают в памяти как наиболее вдохновляющие годы? Ну, по возрасту это, конечно, когда вот от 20 до 30 лет. Мне тогда довелось работать в кино. Я и работал как ассистент режиссера на фильме «Мой нежный ласковый зверь» у Эмилия Латянова, знаменитый вальс «Доги» оттуда. Uh-huh. Ну, то есть, а потом это все, ну, выход первых книжек, которые 26 лет у меня, «Ночная прохлада». Кстати, не забываем, алматинская «Ночная прохлада». Так первый сборник называется. То есть... Наиболее интересные знакомства, наиболее интересные встречи, интересные личности в жизни. Ну, знакомство чисто даже во время учебы в Литинституте на высших литературных курсах. Семинар, который поэтический, который вел Александр Межеров, ну, это вот беседы и Арсением Тарковским, там, Константин Ваншенкин. И, конечно, среда, с которой общался, это друзья, с которыми учился, это Сергей Насаканя, Юра Уваров, Александр Ткаченко. То есть многих сейчас, к сожалению, нет, многие так. Ну и Алмата. Алмата всегда была знаменита своими таким вот, ну, как бы сказать... Тоже литературными кружками. Литературными кружками. Даже я помню, вот если вернуться опять же к Алмате, все-таки тема. Вот когда-то приехала сюда Майя Плесецкая, и она, ее ощущение Алматы, она говорит, такое ощущение, что дома отдыхают в тени деревьев. Да. Да. А сейчас, к сожалению, надо признать, что деревья чахнут в тени небоскребов. Ну, это тоже... Хотя многое делается. Кстати, заметьте, в прошлом году в День города впервые праздновали День яблок. Ну, это же прекрасный праздник. Столько лет и библейское имя несет наш город Алма-Ата. Вам лично творилось когда легче? Сейчас или в 70-е? Ну, 70-е, еще раз повторяю, было больше чувственного начала, ну, чисто так. Не было той самой пресловутой логарифмической линейки, которая приходит с возрастом. Сейчас это есть, надо избегать этого. Ну, но того есть, конечно, как это называется, в смысле, есть свои определенные правила игры, профессионализм, а того безоглядного чувства уже нет. И что из этого лучше? Поэтому я всегда говорю и своим друзьям, и где-то, и начинающим, никогда не теряйте это чувство, потому что профессионализм, он все равно придет, а чувство это, ну, он безвозвратно может быть. Ужан Асханович, завершая нашу беседу, я хотел бы попросить вас, может быть, прочитать какое-нибудь из стихотворений, которое на сегодняшний день у вас самым актуальным таким вот пластом лежит на душе. Связано с родным городом Алматы. А может быть, плач поднебесье, и лунный сквозь сумрак аккорд я вижу из южного детства, свисающий с неба опорт. А там, за ночным перевалом, встает восприятием сна рождественской свечки огарок и ель, что живет у окна. А там, где-то там, за грядою, за горной грядою судьбы, свет горний встает над тропою под скрип одинокой арбы. А там, где-то там, на закате, начало второго пути, мой мир ошибается в дате, все день тот пытаясь найти.
Вам, дорогие друзья, хотел бы еще раз напомнить, что героем нашей сегодняшней программы был Бахытжан Конопьянов. Казахский поэт, писатель, переводчик, сценарист, кинорежиссер. А самое главное, яркий представитель казахстанской интеллигенции и человек, которых, мне кажется, нашей стране очень сильно не хватает. Ну а мы с вами прощаемся, дорогие друзья. Хотел бы еще раз напомнить, что это была программа «Вечерний гость». Мы с вами увидимся здесь же, в эфире телеканала «Алматы». Всех вас еще раз с праздниками. И пусть все у нас будет хорошо. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо за эту беседу. Спасибо.